Здравствуйте. Мы на прошлой лекции разобрали основные законы геометрической оптики. Научились подбирать очки, по крайней мере, для близоруких, а для дальнозорких вы сами должны были научиться. Вот, и остановились на аберрациях. Напоминаю коротко. Смысл в том, что если у вас есть предмет, например, точка какая-то, то вы можете сконструировать, выбрать такую форму линзы, чтобы точка потом собиралась в точку. Но если вы сдвигаетесь куда-то, предмет сдвигается, то, соответственно, форма уже должна быть другая. То есть идеальной формы линзы на все случаи жизни не существует и не может существовать. Поэтому линзам реальным свойственны аберрации. Аберрации отклонения, по-английски aberration. Напоминаю, что в принципе эти отклонения зависят от трех параметров. От угла, под которым падает луч, от расстояния от центра линзы до точки, через которую проходит луч, и от смещения в этой плоскости, угол φ. Если мы начнем раскладывать в ряд Тейлора, то получается очень много членов. Разобраться в них трудно. Зайдель это сделал, но теория получилась довольно громоздкой. Вы с ней можете познакомиться, в принципе, например, по книжке «Борн-Вольф. Основы оптики». Но продраться через эти формулы, я так думаю, удастся только очень увлеченному человеку, которому это очень нужно. Поэтому мы, конечно, рассмотрим это все попроще. Мы будем, даже раскладывать не будем, но условно, так скажем, оставим два параметра. Это угол тета, угол падения луча или пучка на линзу, и расстояние r. А зависимость от φ пусть будет входить в коэффициенты. Ну вот Зайдель сгруппировал эти все члены в определенный вид аберраций. И мы их сейчас коротко рассмотрим. Значит, первая — сферическая аберрация. Значит, она вызвана тем, что линза сферическая слишком крутая на краях. По идее, здесь должна быть не сфера, а что-то вроде гиперболы. А на самом деле сферическая поверхность сильно загибается, поэтому краевые участки линзы сильно отклоняют. Вот это вот идеальный ход, а вот что получается реально. Видите, то, что идет с краю, фокусируется ближе. Ну и отклонение от идеального хода, дельта тета, вот которое у меня здесь изображено, это порядка вот такого. Естественно, здесь стоит еще коэффициент перед ним, порядка единицы, который может меняться там в 2-3 раза в зависимости от того, как линза расположена. Это мы чуть позже разберем. Но по порядку величины отклонение вот именно такое. Это аберрация осевых пучков. Следующая аберрация. Да, вот это то же самое, только для зеркала. Сферическое зеркало, видите, как фокусирует? Краевые пучки фокусируются ближе. А идеальная форма – это парабола для зеркала. Такой вот. Теперь кома. Кома немножко посложнее. Это аберрация наклонных пучков. То есть, да, и все аберрации, как вы обратили внимание, мы будем разбирать на примере параллельных пучков. Потому что если разбираться, как фокусируется точка в точку и какие там отклонения есть, это будет слишком сложно. Все на примере параллельных пучков. Вот параллельный пучок падает. Приосевой пучок фокусируется вот в эту точку. Туда должны бы сфокусироваться все остальные пучки. Тем не менее, чем больше расстояние от центра, тем происходит некое смещение и образуются кружочки. То есть самые краевые пучки, ну вот, которые по кольцу вот так идут, образуют вот такой вот кружок. И в итоге
если все это просуммировать, получается такая капля, которая напоминает комету с хвостом, или напоминает и комета, и эта штука напоминает запятую. По-английски кома, по-немецки кома-запятая. Поэтому эта аберрация называется кома. Ну и зависимость вот такая. Тут уже входит угол тета, r квадрат, f квадрат. И тоже стоит коэффициентик, который, естественно, в данном случае уже будет зависеть от вот этого угла φ. Следующая аберрация. Астигматизм. Это тоже аберрация наклонных пучков, но у него немножко другая зависимость от угла наклона и от радиуса. Не тета r квадрат кф квадрат, а тета квадрат r кф. Ясно, что астигматизм и кому разделить трудно. Если есть одна, то есть и другая. Но зависимость у них разная. Значит, и чем характерен астигматизм? Тем, что вот если у вас есть какой-то пучок, может быть даже параллельный или не обязательно параллельный, то в одной плоскости он сходится на одном расстоянии, а в другой плоскости на другом расстоянии. Поэтому если вы пустите пучок на линзу и будете экранчик отодвигать, у вас сначала получится одна полосочка, потом чуть дальше другая полосочка. И в принципе вот эту штуку я смогу продемонстрировать в перерыве. Можно подойти тут, я фонариком посвечу, и вы убедитесь, что действительно это так. Так, следующая аберрация. Но это тоже астигматизм, но только немножко по-другому изображено. Видите, вот пучок сходится сначала в одну линеечку, потом расширяется, и в конце концов вот в другую линеечку, уже вертикальную. Так. Ну, дисторсия довольно простая аберрация. У вас сетка превращается в такую подушкообразную или бочкообразную картинку. В принципе, в современных фотоаппаратах вот эта аберрация считается не очень-то важной. Почему? Потому что чисто программно можно картинку выправить. И зависимость уже тут тета-куб. Ну еще какие аберрации есть? Кривизна поля. Оказывается, пучки, которые идут под углом, все сходятся не на том расстоянии, где сходятся приосевые пучки, а ближе. И получается, что более-менее резкое изображение получается вот на такой поверхности. То есть поле изображения кривое, поэтому называется кривизна. Ну и тут вот характерные картинки приведены, что для одной плоскости, вот синий, у вас, естественно, края более резкие, а середина размытая, а для вот этой плоскости наоборот. Ну и, наконец, хроматическая аберрация. Что это такое? Поскольку показатель преломления почти всех оптических материалов зависит от длины волны, это мы будем изучать чуть позже вообще-то, но примите это к сведению, то, естественно, и фокусное расстояние линз зависит от длины волны или от частоты. Поэтому синий свет соберется ближе, красный свет соберется дальше, и с этим тоже надо бороться. Как борются с аберрациями? Ну, самая простая сферическая аберрация. Оказывается, если взять положительную линзу и взять отрицательную линзу, то и у той, и у другой есть сферическая аберрация, но они действуют в разные стороны. И поэтому, если взять линзы из разных марок стекла с разными показателями преломления, то можно подобрать такую пару, что если их сложить вместе, то получится все-таки линза с какой-то диоптрией, либо положительной, либо отрицательной, а сферическая аберрация уберется. Это можно сделать. С астигматизмом, комой и остальными аберрациями сложнее, но тем не менее, подбирая комбинацию всяческих линз, их можно минимизировать. Ну и вот, например, на следующем слайде изображен характерный разрез объектива современного, фотографического. Обратите внимание, сколько здесь линз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
10, 11, 12, 13, 14. Некоторые склеенные, часть сферических, часть асферических. И вот таким путем удается аберрации довольно сильно подавить. Сразу могу сказать, что вся эта теория Зайделя, теория аберраций, она там аберрации третьего порядка. Потому что если пятого порядка рассматривать, то там совершенно невообразимые формулы уже будут. Так вот, эта теория как-то сейчас утратила свое значение в каком-то смысле. Почему? Потому что появились расчетные методы и программы. Например, Zimax, знаменитая программа, правда, очень дорогая, $400 за аренду на один месяц. Вот, которая позволяет очень хорошо рассчитывать объективы и вообще оптические системы и устранять эти самые аберрации. Поэтому современные объективы, конечно, гораздо лучше, чем были 50 лет назад. Но сказать, что совсем отказываться от этой теории можно, нельзя так сказать. Почему? Потому что программа программой, но вам как-то нужно оценивать вообще объективы. Вот специалисты, например, если какой-то объектив оценивают для микрофотографии там, или еще для чего-то, сразу возникает вопрос, какой у этого объектива астигматизм, какая кома и так далее. То есть терминология все равно основана на теории Зайделя. Так. Что еще стоит сказать? Да, вот давайте теперь мы рассмотрим вот такую вещь. Я сказал, что там коэффициентики порядка единицы. Ну, например, при сферической аберрации. Но оказывается, что вот если линзу расположить вот таким образом, или вот таким образом, то есть кривизна в разную сторону, то получаются совершенно разные результаты. Оказывается, вот такое расположение гораздо лучше, чем вот это. Вот эта аберрация, то есть расхождение дельта-тета, оказывается в этом случае раза в три меньше. Ну, зависит от показателя преломления стекла. Почему так получается? Да, вот можно сформулировать такое правило 4P. Плоской поверхностью к плоской волне плохо. С первого взгляда кажется, что наоборот, вот это должно быть лучше. Я когда знакомому теоретику, но никак не связанному с экспериментом, вот такой вопрос задал, как лучше расположить? Он говорит, ну, конечно, вот так, потому что здесь только одно преломление, а здесь два преломления, два раза преломляется. На самом деле все не так. Почему? Потому что мы, когда выводили формулу линзы, чем мы пользовались? Мы пользовались параксиальными пучками. И мы считали, что угол, точнее синус угла, равен углу. Это приближение. И, собственно, в этом приближении линза хорошо фокусирует. Чем больше отклонение синуса от синус тета от тета, тем, естественно, аберрации больше. Вы помните, что в сферической аберрации там R куб, КФ куб. А что такое R КФ? Это же фактически угол, вот под которым пучок падает на поверхность. Чем больше радиус, чем больше мы от центра отходим, тем больше угол этой поверхности. И поскольку зависимость кубичная, то оказывается выгоднее разбить вот это вот прохождение через линзу на два преломления. Здесь немножко преломляется, и тут немножко преломляется. И получается выгоднее. Ну а наверху это вот некая рекомендация к лабораторным работам. Значит, со сферической аберрацией вы, конечно, вряд ли что-нибудь сделаете с тем набором линз, которые вам там дают. Но кому и астигматизм вы обязаны убирать, чтобы она не мешалась. Вот если вы расположите все не на одной оси, а так вот, то пучок будет попадать на линзы под углами, и у вас сразу будет как раз и кома, и астигматизм. Это плохо. Поэтому старайтесь всегда располагать все по одной оси, если сверху посмотреть, и на одной высоте, если посмотреть сбоку. Это вот такая
важная рекомендация. Ну, теперь несколько слов про устройство глаза. Вообще-то в школе, я так понимаю, это проходит. Ну, давайте немножко с других позиций. Все более-менее знают, как устроен глаз, да? То есть есть хрусталик, это как раз линза. Стекловидное тело – это просто наполнение. И сетчатка, которая чувствительна к разным длинным волн. Есть, естественно, слепое пятно. Вот здесь идет пучок нервов, причем очень толстый, в мозг. Потому что глаз все время обменивается информацией. А вы сами понимаете, что любая картинка гораздо больше битов имеет, чем какой-нибудь текст. Правильно? Поэтому здесь довольно интенсивный обмен идет. Ну и что важно, есть вот радужка, которая может менять размер зрачка. Вы сами знаете, что зрачок может быть диаметром и 2 мм, когда вы на солнце находитесь, и миллиметров 6 в темноте. Это, значит, первое. Второе, значит, спектральная чувствительность, какая получается. В глазу есть 4 вида фактически светочувствительных элементов. Это 3 вида колбочек, которые ответственны за цветное зрение, и палочки. Палочки имеют большую чувствительность и в основном предназначены для сумеречного зрения, но не различают цветов. Значит, вот спектральная чувствительность колбочек. Видите, что эти кривые довольно сильно перекрываются. Так и должно быть, потому что если бы они не перекрывались, у вас бы были дырки. То есть, грубо говоря, провалы, где вы не чувствовали бы никакого света. В итоге, поскольку их 3 вида, то глаз чувствует 3 цвета. У некоторых живых существ, кстати, не 3, а бывает 2, бывает 4 даже. А вот это вот изображена спектральная чувствительность палочек. И в итоге получается, что кривая чувствительности глаза выглядит приблизительно так. Вот для дневного зрения, там, где работают колбочки, максимум на 555 нанометров, а для сумеречного зрения это 515 нанометров. Значит, что можно сказать про глаз как оптическую систему? Я уже говорил вам, что идеальной формы линзы не бывает. И в глазу тоже форма не идеальная. Глазу свойственны все те аберрации, про которые я говорил. Аберрации у глаза есть. Что еще важно? Важно то, что когда зрачок закрывается, то резкость у вас улучшается, даже если предмет находится не в резкости. Почему так получается? Это очевидно. Вот смотрите, вот у вас линза, да? Вот у вас, к примеру, источник, вот он куда-то фокусируется, и пусть у вас фокусировка не совсем правильная. Например, предмет у вас слишком близко и выходит за пределы сетчатки изображения. Вот у вас кружок размытия. Совершенно ясно, что если вы ограничите диаметр, то кружок размытия у вас станет меньше. Правильно? Что из этого следует? Из этого следует, что не стоит читать никогда при плохом освещении. Почему? Потому что при плохом освещении зрачок раскрывается, естественно. Возникают аберрации, вы начинаете хуже видеть, и человек инстинктивно приближает к себе объект, чтобы лучше рассмотреть, ну, книжку там, текст. В итоге зрачок должен перефокусироваться на близкое расстояние. Мышцы сжимают зрачок становится более крутой. Это называется аппарат аккомодации. При этом диоптрия меняется шестерка приблизительно у молодого человека. У старого человека гораздо меньше. Вот. И в итоге, если вы привыкаете читать вот
поднося близко книжку, возникают остаточные деформации, и зрачок так и остается слишком крутым. Возникает приобретенная близорукость. Поэтому не делайте так. Так, ну вот с этим все. Теперь, значит, давайте рассмотрим следующую тему — фотометрия. То есть измерение света. Имеется в виду измерение интенсивности. Во-первых, значит, вводится понятие световой поток. Это фактически интенсивность. Точнее, не интенсивность. Интенсивность — это на единицу, площади. А здесь просто энергетическая единица, ватты. Но в фотометрии вводятся свои единицы, до которых мы дойдем чуть позже. А сейчас я хочу, значит, ввести понятие яркости. Значит, это, грубо говоря, мощность. Но в фотометрии он называется световой поток. Вот яркость, ну, обычно ее обозначают буквой B, хотя это не обязательно, от слова английского brightness, яркость. Это DF То есть, если есть некий светящийся источник, то поток с единицы площадки в единицу телесного угла и умноженный на косинус тета называется яркостью. Зачем здесь стоит косинус тета? Оказывается, большинство источников так ламбертовые, есть такой термин. То есть у них зависимость светимости от угла пропорциональна косинусу тета. Ну, смотрите сами, вот на Солнце кто-нибудь смотрел через какой-нибудь светофильтр? Если вы будете смотреть глазом на Солнце, вы увидите такой диск, равномерно светящийся. Правильно? А ведь, казалось бы, здесь вы захватываете бы гораздо большую площадь, вот она, чем вот тут. А вы видите одинаковую яркость. Это означает, что любая поверхность в этом направлении светит хорошо, а вот в этом, при скользящем падении, уже гораздо хуже. Почему так получается? Это, в общем-то, очевидно, если рассмотреть механизм излучения. Смотрите, пусть есть поверхность, ну, например, тоже Солнце, да? Вот тут всякие атомы, которые излучают свет. Совершенно ясно, что свет излучается из объема тоже, не только с самой поверхности, правильно? То есть какие-то атомы есть в глубине, но если излучение направлено под углом, то свету нужно пройти гораздо большее расстояние, как раз пропорциональная единица на косинус тета, чем перпендикулярно. В итоге с большой вероятностью вот это излучение успеет поглотиться, пока дойдет до поверхности, и не выйдет. Вот из-за этого и появляется этот самый косинус тета. Ну а d омега — это телесный угол. Кстати, все ли знают, что такое телесный угол? Я с изумлением убедился, что когда была контрольная работа по электричеству, ну, сколько там, месяц назад, больше половины студентов неправильно посчитали телесный угол. В задаче там второй, что ли. Значит, по определению, телесный угол равен, соответственно, чему? То есть, если есть точка наблюдения, тут какая-то поверхность, так, мы выделяем кусочек поверхности, так вот, брать надо перпендикулярную
то есть проекцию, фактически косинус тета. А там была ошибка в той задаче, когда считали телесный угол, а тут такой кружок, то просто брали πr квадрат или πa квадрат делить там на l квадрат, что неверно, потому что здесь же поверхность-то надо брать вот такую кривую. Здесь на самом деле будет телесный угол, это уж так, 2π единица минус косинус тета. То есть все поняли, да, о чем я говорю? То есть телесные углы надо считать, конечно, правильно. Теперь давайте вот, да, я вот сказал, почему источники. Оказывается, Ламбертов закон справедлив не только для светящихся тел, но вот если свет падает на бумагу, если вы будете вот так бумагу крутить, вы тоже увидите, что яркость почти как бы одинаковая с разных расстояний. Это значит, что для бумаги рассеянный свет тоже идет в основном сюда. А вбок мало. Почему? Ну, механизм тоже до предела простой. Что такое бумага? Это там всякие эти самые ниточки, целлюлозы. Свет, когда попадает, начинает рассеиваться. И ясно, что рассеянный какой-то ниточкой свет, если он идет под углом, он с большей вероятностью еще раз рассеется. А тот, который перпендикулярно выйдет, поэтому возникает тоже что-то подобное косинусу тета. А вот теперь важная теорема. Теорема о сохранении яркости. Вот смотрите. Есть у вас какая-то площадочка, есть линза. И вот изображение этой площадочки. Отношение размеров. Это расстояние А, это Б. А к Б, правильно? То есть, а площадей, соответственно, квадрат. То есть, ds' будет B, в данном случае, к А. А телесный угол, как зависит? Естественно, мы уже должны взять для каждого участочка вот этот телесный угол. А d омега штрих будет к d омега. Будет равен чему? Отношению квадратов. Так, только тут b квадрат к квадрат. Я забыл. Это будет a квадрат к b квадрат. И что-то у нас получится, что ds штрих на d омега штрих будет равен то есть если мы уменьшаем площадь здесь, значит увеличивается телесный угол. Получается, что яркость сохраняется. Мы можем поставить несколько линз, разные там изображения ловить, и всегда яркость будет одна и та же. Конечно, если учесть отражение, потери на отражение от поверхности линз, то яркость будет уменьшаться. Но это понятно. Но если пренебречь этим, то яркость будет константа. Во всяком случае, повысить яркость таким образом невозможно. Вот когда Парижская академия наук перестала принимать проекты вечных двигателей, то часть людей, энтузиастов, переключилась на создание гиперболоидов. То есть идея была до предела простая. Взять несколько пучков, ну от чего-нибудь там, от прожекторов там, и объединить их вместе, чтобы они шли по одному направлению, и тогда можно прожигать там, много чего делать хорошего. Все эти проекты провалились. Не получается объединить пучки. Ну, простейший пример.
Например, есть полупрозрачное зеркало. Казалось бы, что можно сделать? Вот отсюда пучок пускаем, часть пройдет, да? Пускаем отсюда пучок, часть отразится. Вот вы сложили пучки. Но при этом сразу возникает, что часть прошла сюда, часть отразилась, и все равно два пучка остается. Значит, в чем была ошибка этих людей? Не учитывалось, что свет – это материальный объект. Для него справедливы законы термодинамики. У него есть энтропия у света. А энтропию понизить просто так, не вкладывая энергии, не совершая работы, невозможно. А ведь если мы объединим пучки, это будет более упорядоченная система, правильно? Значит, энтропия будет ниже. Но это действительно невозможно. Почему? Потому что вспомните формулку из термодинамики. Дельта Q, с одной стороны это ТДС, да? А с другой стороны это ДУ плюс работа. Это работа, которую совершает система. Значит, если мы просто объединяем пучки, у нас внутренняя энергия, естественно, не меняется. Поэтому вот это 0, и мы получаем, что ТДС равно ДА. И если ДС меньше нуля, то ДА тоже должна быть меньше нуля. То есть не система должна совершать работу, а мы должны совершить работу над системой или вложить энергию. А просто так вот, не вкладывая энергию, понизить энтропию невозможно. В лазерах этой проблемы нет. Почему? Потому что в лазерах действительно свет, например, лампы вспышки, которая там освещает рубиновый стержень, преобразуется в очень направленный пучок, но мы же вкладываем энергию в рубиновый стержень. Это понятно. Там никакого противоречия нет. Так, ну вот теперь уже заключение, можно сказать, по фотометрии. В фотометрии приняты единицы, которые для физиков как-то, конечно, выглядят странно. Но это сложилось исторически, никуда мы от этого не денемся. Значит, световой поток меряется в люменах. Значит, в чем основная идея? Надо световой поток, выраженный в ваттах, нормировать на чувствительность глаза. А я вам показывал картинку. Чувствительность глаза. Где она там? Вот. Вот это вот. Ну и принято соотношение, что для длины волны 555 нанометров 1 ватт это 683 люмена. А дальше вот по этой кривой. Кривая эта стандартизована, она получена на основе измерений там, большого числа людей. И поэтому приводится в справочниках. Ясно, что у людей бывают, конечно, и другие. Это средняя кривая здорового человека. Потому что есть люди, дальтоники, у которых, конечно, кривая выглядит по-другому, потому что дальтоники не чувствуют, например, какого-то цвета. Красного, там, синего, зеленого. Я сталкивался с ребятами, вот были у нас в Фиане люди, которые красные, видно, не видели, почти не видели. Очень чувствительность слабая. Это не мешало им заниматься оптическими задачами. Настраивать установки там. Ну, а изредка встречается, когда люди вообще не видят цветов. Только серый цвет. Но это редкость. Ну и, кстати, маленькое такое замечание, что эта болезнь мужская. У женщин, оказывается, дальтонизм бывает на порядок реже. В этом смысле им повезло. Так вот, значит, поток меряется в люменах. Значит, сила света. Это по определению dF по d омега. То есть имеется в виду, что есть некий источник света. Вы отошли довольно далеко.
и меряете, сколько у вас, какой поток попадает в какой телесный угол. И меряется эта штука в канделах. Это кандела. Или по-другому можно сказать люмен на стерерадиан. Дальше вводится яркость. Она вводится абсолютно по такой же формуле, но только при этом поток меряется в люменах. И получается единица. Естественно, это равно df на ds перпендикулярная. Это то же самое, что ds на косинус тета на d омега. И это обозначается в канделах на метр квадратный. По-моему, когда-то была раньше величина ниты, яркость мерилась в нитах, но сейчас, по-моему, она уже исчезла. Вот. Это все, что касается фотометрии. Так, сколько у нас? Теперь давайте мы рассмотрим вот такую вещь. Гораздо более серьезную, чем фотометрия. Почему свет в среде распространяется с другой скоростью, чем в вакууме? Это следует из уравнений Максвелла, да. Но какой механизм? Вот почему в стекле свет движется медленнее. С чего бы это? Казалось бы, все взаимодействия должны распространяться с одной и той же скоростью, скорость света в вакууме. Ну, для начала давайте мы сначала рассмотрим чуть-чуть другую вещь, а именно ослабление света при прохождении через среду. Если свет проходит через вакуум, то он не ослабляется совсем. Ну, мы же вот можем наблюдать излучение там звезд, которые находятся в миллиардах там световых лет. А вот когда свет проходит через среду, то всегда ослабляется. Причем самые прозрачные среды – это, по-видимому, кварцевые волокна, вот, которые используются для связи. То, что сейчас оптоволоконные линии, сами знаете, там свет проходит десятки километров, пока в 10 раз ослабнет. Но все равно ослабляется. А в других средах еще быстрее. Значит, ослабление происходит по двум причинам, как минимум, главные две причины. Первое – поглощение молекулами, атомами света. И второе – рассеяние. Но и в том, и в другом случае затухание происходит по экспоненте. Почему? Потому это проще всего понять на фотонном языке. Если свет представить как поток фотонов, то все фотоны двигаются с одинаковой скоростью, правильно? И эта скорость не зависит от того, какое расстояние фотоны прошли. А это значит, что вероятность поглощения не зависит от того, сколько прошло это излучение, какой путь прошли фотоны. Для других частиц это не так. Например, если бета-частицы или альфа-частицы попадают в вещество, они отдают энергию, они тормозятся, и для них сечение поглощения, сечение рассеяния будет зависеть от пройденного расстояния. А для света это не так. А раз не зависит, то уравнение получается очень простое. Значит, если в пучке есть n фотонов, ну, можно писать не число фотонов, а интенсивность. Это не важно. Получается уравнение такой же точности, то dn при прохождении какого-то слоя dx будет равно минус альфа n dx. Альфа некий коэффициент. Ясно, что по числу поглотившихся здесь фотонов будет пропорционально числу падающих фотонов. Ну и знак минус, потому что убывание. Ладно, продолжим после перерыва. А сейчас... Так, ну вот, продолжим. Значит,
Из этого сразу уравнение интегрируется мгновенно, и получается экспоненциальный закон затухания для света. Это называется закон Бугера, или, если уж совсем строго, закон Бугера-Ламберта-Бера. Звучит очень так солидно. На самом деле вещь простая. И теперь вот к основному вопросу. Почему свет двигается медленнее? Сразу хочу предупредить, что вот то, что я сейчас буду рассказывать, во-первых, не очень-то вы найдете в учебниках, с одной стороны. С другой стороны, вас вряд ли это будут спрашивать на экзаменах. Это скорее для того, для тех, кто действительно хочет понять, почему так получается. И нам придется тут поработать с кучкой интегралов, то есть затратить время на преобразование минут 20, как минимум. Ну, потерпите, зато я постараюсь вас убедить в правильности гипотезы. Значит, что я хочу сказать, что чем отличается среда от вакуума? Тем, что там есть в среде атомы и молекулы. Атомы и молекулы состоят из чего? Ну, атомы, например, для простоты. Из ядра и электронного облака. Вообще-то электронная частица. Почему мы говорим облако? Потому что по квантовой механике вероятность найти электрон в какой-то точке пространства размазана. Эта вероятность описывается пси-функцией. Это квадрат модуля пси-функции. И получается как бы облако. Что будет, если мы наложим электрическое поле? Естественно, электроны будут смещаться. Поскольку они отрицательные, то они смещаются в обратную сторону. Получается здесь минус, здесь плюс. Если поле поменяет знак, как в электромагнитной волне, там же все время осциллирует электрическое поле, меняет знак, то, естественно, смещение будет в противоположную сторону. Получается осциллирующий диполь. А вы из электричества знаете, что такой диполь излучает электромагнитную волну. И у вас в программе была даже формула для излучения диполя, но без вывода. Я его выводить тоже не буду, потому что вывод канительный. Он есть в Сивухине, пожалуйста, желающие могут найти. Я выпишу формулу. Значит, в дальней зоне, то есть имеется в виду, если отойти от диполя на расстояние много большего, больше, чем длина волны и чем размеры диполя, то электрическое поле, ну, в данном случае D, будет равно единице на V куб, ой, нет, V квадрат. V квадрат R куб, где R расстояние, а тут вот такая формулка. Это вторая производная от дипольного момента по времени. R. R это, естественно, расстояние. Вот если есть диполь колеблющийся, да, и мы где-то находимся, вот это R. И тут, значит, еще раз R. И важное замечание, что вот это вот вторая производная по времени от дипольного момента берется в момент времени t минус r на v. То есть фактически в то время, когда он излучился, а не в то время, когда мы здесь его наблюдаем. Потому что волне нужно некоторое время, чтобы дойти от точки излучения до точки наблюдения. Значит, моя задача заключается в чем? Раз эти самые атомы излучают волну, какую-то, каждый атом излучает волну, они в сумме складываются, и они складываются с исходной волной тоже. Ясно совершенно, что частота излучения будет та же самая, потому что возбуждает ее, эти диполи, исходная волна, омега получается одна и та же. Но если вы сложите две синусоиды, скажем, косинус омега-Т и косинус омега-Т плюс некий сдвиг фаз, фи, то у вас у суммы тоже появится какой-то сдвиг фаз. И в зависимости от того, какой это сдвиг фаз,
Может оказаться, что эта вторичная волна, прибавляясь к основной волне, либо замедляет ее, либо ускоряет. Это пока слова, потом я это более детально покажу. Так вот, утверждение заключается в том, что если взять среду, взять точку наблюдения, выделить слои вот такие, здесь дипольчики, так, и просуммировать излучение от всех диполей в этой точке, то окажется, что эта суммарная волна вторичная будет сдвинута на пи пополам относительно основной волны. Причем этот сдвиг у вас может быть в одну и в другую сторону, в зависимости от ситуации. Либо на плюс пи пополам, либо на минус пи пополам. Вот это вот сейчас я и буду доказывать. Значит, ну, во-первых, эту формулу, естественно, легко преобразовать по формуле бац минус цап, раскрыть. Ну, только надо переставить тут местами, и тогда получается, раскрываем. Значит, да, все эти коэффициенты, вот v квадрат, все это я опущу пока, потому что мне важно найти только разность фаз. А все остальное, это не так важно. Значит, что получается? Получается, что d будет пропорционально единица на r квадрат. А тут получается такая вещь, если мы раскроем. Так, я буду следить за знаками. Главное здесь не потерять знак. Это важно. А тут получается r, а тут, соответственно, r p с двумя точками минус p с двумя точками на скалярное произведение r на r. Это r квадрат. Вот получается такая штуковина. Это можно переписать. Вот в каком виде. Значит, во-первых, мы введем систему координат. Вот мы взяли какой-то слой, да? Пусть это вот у нас x, вот это y, а вот это вот z. Давайте я все-таки перерисую, чтобы было яснее. Там дипольчики меняют эти немножко. Вот x, вот y, вот z. Вот какой-то диполь. Вот это радиус вектор. Соответственно, у этого диполя координата есть x, координата y. И получается, что d пропорционально, в чем это вектор. Да, единица на r квадрат никуда не денутся. Нет, на r куб. Да, на r куб. А тут будет, поскольку мы выбрали y по направлению диполей колеблющихся, вектор e у нас вот так вот направлен, то у этой компоненты только y останется. Мы можем уже отказаться здесь от вектора. И получится произведение радиуса вектора на вот этот p с двумя точками. Но имейте в виду, что у r какие будут компоненты? Rx это минус x, потому что r направлено вот сюда, а x наоборот в другую сторону. И y тоже. Ry это минус y. Поэтому знак поменяется и получится тут минус r, а тут p с двумя точками уже без всяких векторов, минус r квадрат на p с двумя точками. Ну, вообще-то, из самых общих соображений ясно, что здесь должна остаться только y-ковая компонента, вот у d. Но это можно все-таки расписать и более детально. Раскрываем. Единица на r куб. Тут что у нас получится? Единичный вектор по оси x и
на х p с двумя точками. Так, у нас что-то я тут забыл. А, понятно. Тут-то у нас y выскочит. Еще y. Тут y. Тут, значит, xy. P с двумя точками. Плюс единичный вектор по оси y. Тут получится y квадрат, соответственно. P с двумя точками. А тут уже с минусом zy. P с двумя точками. И, наконец, последний член, вот этот r квадрат. Да, и g, конечно, g. Так, тут у нас k вектор. А тут g, значит, соответственно, r квадрат. P с двумя точками. Вот такое вот получается длинное выражение. Но сразу ясно, что вклад вот этого члена после интегрирования по всему слою будет равен нулю. Почему? Потому что здесь x и y, они с равной вероятностью принимают значение плюс-минус, плюс-минус. Согласны или нет? То есть по-другому, если рассуждать, вот для каждого дипольчика найдется дипольчик, у которого x будет противоположное. И то же самое для y. Поэтому вот это вот занулится. Оно не равно нулю, но при интегрировании даст 0. Вот это то же самое, потому что y, половина y положительные, половина отрицательные, тоже даст 0. И в итоге мы приходим к такой формулке простой. P с двумя точками я вынесу. Тут получается на r куб, а тут y квадрат минус z минус r квадрат. Тут уже никаких векторов. Это фактически, я вот так лучше написать, это y-ковая компонента d. Она, собственно, только и остается. Теперь вопрос, как проинтегрировать. Ну что, давайте брать интеграл. Да, только надо сначала разобраться вот с этой штукой. Как учесть вот это запаздывание? Ну, ясно совершенно, из представления волны это должно быть e степени минус ik, e степени i омега t минус ikr. То есть вот нужно ввести вот это. Можно рассуждать по-другому, можно поставить просто e степени i омега t, но только t, t минус вот это r на v. А это будет равно чему? E степени и омега t. Омега это k делить на v. И получаем опять же минус и kr. То есть то же самое. Омега, e степени и омега t, оно везде будет. Мы его пока оставим. В конце можно добавить. Значит, что получается? Что от диполя конкретного приходит волна, которая пропорциональна e степени минус ikr, а исходная волна, которая прямо движется, она в эту точку приходит с фазой другой, e степени минус ikz. Понятно, да? И вот теперь давайте брать интеграл, то есть интегрировать, суммировать по всему слою. Если у нас для одного слоя получится сдвиг фаз π пополам, то и для всех остальных слоев то же самое. Мы же никак не выбирали этот слой особым образом, никаким. Что получается? Получается такой интеграл. D в точке P будет пропорционален интегралу, естественно, e степени минус ikr на r куб. А тут, соответственно, будет y квадрат минус r квадрат.
И надо просуммировать по всему слою. Мы выделим, естественно, вот такие колечки. И тогда у нас получится 2π ρ d ρ интеграл от нуля до бесконечности. Ρ это вот этот радиус. Ну, надо учесть, что r квадрат равен чему? Ρ квадрат плюс z квадрат. Согласны? Если мы возьмем дифференциал и получится, ну, двойку сократим, r dr равен ρ dρ. Подставим сюда вот ρ dρ, заменим на r dr, одно r сократится, и в итоге мы придем к тому, что dp будет пропорционально, соответственно, интегралу от e степени минус ikr. Но тут сейчас маленькое добавление сделаю. Минус ikr на r квадрат, а тут, соответственно, y квадрат минус r квадрат dr. Но интеграл уже будет от z до бесконечности, потому что минимальное значение r это z. А добавление вот какое. Все-таки надо учесть поглощение. Точнее, не поглощение, а затухание. Почему? Ну, забегая вперед, могу сказать, что если его не учесть, то после взятия этого интеграла получится первообразная, которая осциллирует в бесконечности. Она не занулится в бесконечности. Поэтому хорошего ничего не получится, поэтому я сразу напишу здесь. Это самое, учту это самое затухание. Будем считать, что вот это альфа очень мало, но не ноль. Зачем нам нужно, чтобы мало оно было? Ну, во-первых, рассматривать среды, в которых сильное затухание, как-то неинтересно. Там и про скорость-то говорить трудно. То есть будем считать, что среда обладает затуханием очень слабым, но обладает. Значит, что можно сказать? Как проще всего взять? Значит, во-первых, именно для этого интеграла y здесь стоит, y квадрат. А если бы здесь стояло x квадрат, было бы абсолютно то же самое. Согласны или нет? Ну, просто симметрия тут такая есть. То есть можно написать, что из симметрии эта штука равна интегралу. Тут есть степени минус ikr минус альфа r, r квадрат, а тут x квадрат минус r квадрат dr. Но если это так, то если мы сложим эти два интеграла, мы получим удвоенное значение вот этого интеграла. И поэтому нужный нам интеграл можно написать как 1/2 от этой суммы. А эта сумма будет чему равна? Тут, соответственно, вот это останется. Минус ikr минус альфа r на r квадрат. А тут будет x квадрат плюс y квадрат минус r квадрат минус r квадрат. А вот это что такое? Это z квадрат, только со знаком минус. Согласны? А это значит, что это получается 1/2 e степени минус ik r минус альфа r на r квадрат. А тут получится r квадрат плюс z квадрат dr и со знаком минус все это. Вот этот интеграл уже гораздо лучше, потому что z у нас константа, никаких y здесь нет, которые сами зависят от r каким-то образом. И интеграл уже легко берется. Вот эта вот часть первая вообще берется на раз, потому что r квадрат сокращается, это интеграл от экспоненты.
Я сразу перепишу. Придется перейти, наверное, сюда. Так, значит, что у нас получится? Если взять тот интеграл первый, это получится у нас, естественно, 1/2. А тут получится e в степени минус и к r минус альфа r на и к плюс альфа. Почему здесь минус? Я просто с минусом тем сократил. Потому что стоял перед интегралом минус. А тут получится от z до бесконечности. И плюс второй интеграл. Но он просто с минусом, поэтому минус напишем. 1/2. А тут получится, по частям его можно брать. Можно написать его так. Z квадрат на R квадрат. А тут d от e в степени минус и к. R минус альфа R. Тут R квадрат. А нет, тут будет по-другому. Минус и К минус альфа. Вот такая вот штука. Ну и ясно совершенно, что это равно, соответственно, тут получится 1/2. Только со знаком минус, да? E в степени минус и к z минус альфа z. А здесь получится и к плюс альфа. И, соответственно, вот этот интеграл. А тут получится минус 1/2. Уже интеграл от... то, что вынесем z квадрат r квадрат, а тут e в степени минус и к z минус альфа z, а и к r минус альфа r на минус и к минус альфа. Ну и, кстати, сразу видно, на самом деле, вот что... Если мы подставим сюда r равное z, то получим ту же самую величину, и они сложатся, и получится просто единичка. Вот. Но дальше остается такой интеграл. Дальше остается вот такой интеграл от z квадрат r квадрат, а тут e в степени минус и к r минус альфа r. Сейчас мы кончаем с этими интегралами. Я так думаю, что я уже утомил вас, но осталось, ну вот, совсем немного. А тут получается r минус и к минус альфа. Ну, dr, естественно. Значит, чем этот интеграл отличается от исходного? Тем, что здесь появился множитель. Ну, альфа маленькая, можно им пренебречь, r умножить на k. Но если мы находимся в дальней зоне, то k это 2π на лямбда, r на 2π на лямбда много меньше единицы. То есть этот интеграл много меньше исходного интеграла. Им можно пренебречь. Ну, для особо недоверчивых могу сказать, что если продолжать дальше по частям все это делать, каждый раз будет выскакивать вот этот вот множитель. Все это к нулю устремится. Короче, окончательный ответ, если дописать еще p с двумя точками, выглядит так. dp, ну не равно, а пропорционально, конечно. И с учетом знака. Минус это будет и p с двумя точками. E в степени минус и к z. Альфа я уже выкинул, поскольку мы считаем, что она маленькая.
Получается, что как бы опережает эта волна вторичная нашу исходную волну. На самом деле это не так. Потому что здесь еще стоит вот это вот P с двумя точками. А она может иметь разный знак. Как ее найти? Вспомните вынужденные колебания. Совершенно ясно, что электрон, когда колеблется относительно ядра, есть возвращающая сила. Поэтому это стандартный осциллятор. Можно записать уравнение осциллятора, естественно. Х двумя точками плюс 2 гамма х точкой плюс омега 0 в квадрате х равно в данном случае силе делить на массу, правильно? То есть Е0 Е степени И омега Т на заряд, естественно, ну или Е квадрат получится, так, на массу. В этом случае помните решение какое? Оно выглядит так, что x равен, то есть не e квадрат, а e просто. E, то есть, ну давайте даже лучше вот так, q, некий заряд. Это может быть отрицательный, положительный, в данном случае отрицательный. X получится равный q на e0 e в степени и омега t. А дальше вот самое интересное. Омега 0 в квадрате минус омега квадрат плюс 2 и гамма омега. Помните такую формулу? Была? Значит, что такое омега 0? Это резонансная частота колебаний электрона. Как вы знаете, если на какую-то систему, которая находится в покое, вдруг начинает поступать сила с резонансной частотой, система начинает поглощать энергию, раскачиваться и забирать энергию. Значит, эти резонансные частоты можно найти по полосам или по линиям поглощения. Основные вещества, там стекла, ну и прочие оптические среды, обычно поглощают где? В ультрафиолете. То есть длина волны там 100-200 нанометров. Что из этого следует? Да, а вот этот член для обычного излучения, для видимого света приблизительно равен нулю. Почему? Потому что добротность колебаний электрона оказывается большая. Когда атом излучает, то электроны совершают там 10-5, 10-6 колебаний. И в итоге получается вот какая вещь. Что если у нас излучение видимое, например, видимый свет, то омега у нас меньше, чем омега 0. И вот эта штука меняет знак. Да? Минус здесь. А нет, наоборот. Знак не меняется. А если омега больше, например, мы в рентгеновскую область перешли, то вот это поменяет знак. Да, но значит, нам-то нужно ведь дипольный момент. А дипольный момент вычисляется до предела просто. Это заряд умножить на х. То есть надо просто добавить здесь q квадрат. И все. То есть можно написать вот так. P равно. И это будет правильно. Масса, да, масса, конечно, тут должна быть. Она никуда не денется, но она не влияет. Мне самое главное фазы. А когда мы возьмем вторую производную, что у нас получится? Выскочит минус омега квадрат. Правильно? Ну, если есть в степени омега t, и омега умножить на и омега, минус омега квадрат. И поэтому получается, что знак еще раз поменяется. И для видимой области p с двумя точками будет иметь отрицательное значение. И тогда, если мы вернемся вот, к этой, к
картинке, к этой формулке, для видимого излучения здесь появится минус. Я вот так и напишу. Видимое излучение dp пропорционально минус i. Ну и дальше p там e степени минус i kz. То есть в этом случае волна вторичная будет отставать. На векторной диаграмме это будет выглядеть так. Ну помните векторные диаграммы? У нас вектор вращается. Реальная часть, конечно, это проекция на x. Но если каждый раз добавлять векторок, который отстает на π пополам, то вращение замедлится. А для рентгеновской области, где знак другой, там будет наоборот все добавляться, и вращение ускорится. Вот я утверждаю, что для видимого света скорость в итоге станет меньше, а для скорость волны, а для рентгеновской наоборот. Для тех, кому это не очевидно, давайте мы чисто алгебраически это получим. Но опять же, с точностью до... Мне главный знак. Главный знак. Так, тут я стираю. Значит, что в итоге получается? Если у нас есть волна косинус омега t минус там kx, например, да? И к ней все время прибавляется волна, которая отстает по фазе, ну или наоборот опережает по фазе. Но поскольку сдвиг фаз там π пополам, так, именно, то косинус от какого-то угла плюс π пополам, это что такое? Это синус этого угла, правильно? Поэтому я пишу синус. Но каждый раз... Значит, альфа некий коэффициент, которого я не знаю. А почему x здесь стоит? Потому что ясно, что чем большего расстояния мы соберем эти волны, они все время прибавляются, тем больше и добавка будет. Дальше надо воспользоваться известной формулой из тригонометрии, которую я на память более-менее помню, но лучше я ее перепишу. Которая выглядит так, что а косинус фи плюс b синус фи равен r косинус фи минус тета, где r квадрат равен a квадрат плюс b квадрат, а синус тета это бэк r. Ну, поскольку у нас здесь будем считать, что эта добавочка маленькая каждый раз, то синус тета, тета просто равно бкр, радиус не меняется, r не меняется, это по-прежнему единичка. И получается тогда вот такая вот штуковина. Косинус, а тут, соответственно, омега т минус kx минус альфа x. И если мы теперь найдем скорость по стандартной методике, мы должны приравнять это к константе и продифференцировать по времени. Тогда получится омега минус k плюс альфа dx dt равно нулю. И тогда dx dt равен, соответственно, омега делить на k плюс альфа. То есть раньше у нас скорость была омега на k, а теперь вот добавилась эта величина. То есть если к волне исходной все время прибавляется волна, сдвинутая по фазе на π пополам, то суммарная волна начинает двигаться либо быстрее, либо медленнее, в зависимости от того, плюс π пополам или минус π пополам. Ну и дальше вот я уже говорил, что для видимого света
это замедление. Поэтому для всех стекол видимой области, ну и других оптических средств, жидкости там и прочих, показатель преломления больше единицы. И скорость меньше скорости света в вакууме. Для рентгеновского излучения, для всех веществ, скорость больше скорости света в вакууме, а показатель преломления меньше единицы. Никакого противоречия с теорией относительности здесь нет, потому что речь идет о фазовой скорости. Что такое фазовая скорость? Я уже вам немножко говорил на первой лекции. Это скорость движения участка вот с определенной фазой. Когда мы рассматриваем синусоиду, реальные сигналы – это не совсем синусоидальные. А групповая скорость всегда меньше скорости света в вакууме. Что такое групповая скорость, мы будем разбирать чуть позже. Так, сколько у меня остается? Остается немного. Ну и если воспользоваться вот всем тем, что я тут изложил, да, сразу могу вас успокоить, что вот такого обилия интегралов больше в лекциях не будет. Это, говорится, один раз вот рассмотрели. Мне очень хотелось, чтобы вы сами убедились, что действительно все дело во вторичной волне, что все дело в излучении этих самых диполей, что именно из-за них волна движется быстрее или медленнее. Так, так вот, если воспользоваться этими представлениями, то чисто формально можно ввести комплексный показатель преломления, который очень полезен, потому что он содержит в себе сразу и информацию о затухании. Если я пишу Е степени минус ИК, там, x, например, минус альфа x, я ж могу это представить в виде Е степени минус И. К это омега на С, да? Омега на С вынесу. Но только умножить на n еще. К у нас, как вы помните, это волновое число омега на С умножить на показатель преломления. Тут получается n. И тут мы напишем минус и альфа С на омега. Так, и тут x. Имеем право. Это чисто алгебраическое преобразование. И вот это мы можем обозвать комплексным показателем преломления. То есть n равен n старая наша минус и, а тут вот такое альфа С на омега. Соответственно, что нам дает вещественная часть? Она дает как раз информацию о скорости волны, замедление, ускорение. Что нам дает вот эта часть? Она нам дает информацию о затухании. Ну и, соответственно, раз мы вводим показатель преломления, то эпсилон, поскольку это n квадрат, тоже будет обычно обозначать так: эпсилон штрих плюс и эпсилон 2 штриха. Эпсилон тоже будет комплексным. И это широко используется вот во всяких теоретических работах. Эпсилон штрих, эпсилон 2 штриха. Так, времени у нас остается очень мало, там минута или две. Какие вопросы? Все ли понятно? Потому что тут, конечно, куча интегралов была, можно было запутаться. Но основную идею вы поняли, да, что я хотел донести? Что вот в среде возбуждаются колеблющиеся диполи. Эти диполи излучают вторичную волну. Эта вторичная волна, складываясь с исходной волной, дает суммарную волну, которая двигается уже с другой скоростью.